Апатитская художественная школа отмечает юбилей. 50 лет назад на улице Московской заработали из-за студии, закипела творческая жизнь. За полвека это учреждение дополнительного образования воспитало не одно поколение талантливых ребят, многие из которых стали настоящими профессионалами своего дела. Работы выпускников, а также нынешних учеников сегодня представлены на выставке в детской школе искусств. Именно в таком статусе учебное заведение встречает свой юбилей. Что же подарили ребята родной школе по случаю праздника, узнала Ирина Кузьмина. Сегодня, ребята, мы рисуем зиму. Тамара Нестеренко – один из самых опытных педагогов художественной школы. За годы работы она научила сотни учеников тонкостям изобразительного искусства. Как прорисовать в пространстве фигуры, лица и предметы, использовать в картине цвет и свет. Словом, все то, что делает каждую работу не просто рисунком, а маленьким произведением искусства. С 1975 года я сотрудничала с этой школой, с художественной, когда приехала сюда на север. И как раз вот буквально скоро уже исполнится 43 года, с 1 декабря, 43 года, как я работаю в художественной школе, я считаю, или художка, как мы ее ласково называли все, когда были под этой вывеской. Одна из учениц Тамары Михайловны – Катя Латышева, потомственная художница. Талант достался от дедушки-живописца и творческих родителей. Занимается 4-й год. Больше всего любит писать красками природу и животных. У девушки даже есть собственная выставка, которая сейчас работает в библиотеке на улице Зиновьева. А здесь представлены две ее работы. Одна переносит в будущее и показывает оригинальную авторскую задумку – флаг с котиком на планете Марс. Другая возвращает в прошлое и веет удивительным теплом, напоминая при этом, что не за горами волшебные праздники. Мне здесь очень нравится учиться. Здесь можно найти людей, которые можно легко разговаривать на одну и ту же тему. На выставке представлены рисунки самого разного содержания и исполнения. Это красочные фантазии воспитанников художественной школы разных поколений. В техниках от акварели до графики. Увидит зритель здесь и работы бывших выпускников, а ныне педагогов ДШИ. Коллектив учреждения отмечает: 50 лет – красивая дата, говорит о значимом пройденном пути. Но впереди еще больше побед и признания. А самое главное, что дети и педагоги чувствуют себя в родной художке, как дома, и занимаются здесь тем, что по душе. Притом не только им самим.